Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Хлеплей, первый серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мани при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И при достижении 5 вы получите 50 тысяч, при достижении 10 вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Хролиплей. Также этот промокод будет в описании под видео. Ну что ж, чуваки, сегодня новое видео, оно будет довольно-таки необычное. Сегодня я хочу обменять вот этот свой Майбах на Full Blood номерах 3T36 на Audi R6. Плюс еще моя доплата 2 миллиона. Не знаю, возможно я переплачиваю, типа, этот обмен. Типа Майбах и плюс 2 миллиона. Типа, я думаю, этот Майбах можно с лямов 15 продать. Тем более на Full Blood номерах с нитросиком. Но все-таки я хочу свой автопарк Audi R6. Я нашел подписчика. Ну, как нашел? Он сам нашелся, в принципе. Он у меня находится в Фоме. Мы сейчас пробовали в Южном обменяться, но там что-то не получилось. Поэтому мы решили перезайти и поехать в Нотариус Арзамаса. Ну что ж, давайте я как-то доеду, и когда уже приедет Джесус, зовут этого подписчика, который хочет со мной обменяться, я уже продолжу. Так, вот я приехал, вот здесь они стоят, короче. Глушим двигатель и пошить обменяемся. А, куплю. За сколько? За сколько он хочет Майбах купить? Если типа я его продаю? То у него даже кейса нету, по-моему, да? Сколько стоит? Короче, погнали. Погнали обмениваться с Джессусом, в принципе. Так, ход 3000. Комиссию на себя беру. Моя доплата еще 2 миллиона сверху получается. Вот такие вот дела. Кони в этом ID. Где он? Джессус, ты где? Тут он пропал, короче. У Джессуса не было денег на вход, я ему 10 тысяч передал. Так, по идее, должно хватить мне денег, скорее всего. Так, у него ID, получается, Джессус. ID у него 179. Так, отлично. Майбах на Audi R6, пацаны. Давайте я тайм сделаю. И скрин. Так, комиссия будет 205 тысяч. Обмен. Все, я обменял. Так, дай ему обмен. Есть, я обменялся. Джессус Дарк обменял свой транспорт Audi R6 на ваш Майбах. В принципе, все, заебись. И тебе удачи. Все, в принципе, можно идти. Просто охуенчик. Но тачка, скорее всего, пропала, да? Она, наверное, дома появилась. Да, она, скорее всего, дома появилась. Давайте тогда дома доедем. На нашей машинке Фомы. Там вон еще какая-то тачка стоит. Я просто не хочу своих кентюх бросать. Так, пацаны, я купил только что номерок на РС-ку специально. Теперь у меня, видите, номер на транспорт есть. Все, можно теперь ехать, перекрашивать ее и потом уже ставить номера. Но номера я буду ставить, пацаны, в следующей серии, короче. Все, так, поехали. Я хочу еще перекрасить, потому что мне этот цвет вообще не нравится. Синий цвет ей, мне кажется, не идет. Давайте заедем в тюнинг. Я не знаю, сколько стоит покраска. Так, покрасить-то в то. Так, 25-25. Я хочу в такой цвет покрасить. Во, просто шикарно. Вот такой цвет, мне кажется, вообще будет реальный. Пока что я никаких винилов ставить не буду, и тюнинг тоже. Минуточку внимания, хочу послать бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс либо ударсток. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Ну что ж, вот так вот я обменялся машинами, вот такое было короткое видео. Ставьте 5 лайки, в следующей серии я поставлю номера на эту машину, в принципе, и мы на ней охрена прокатимся, посмотрим ее максималку, посмотрим ее тюнинг, потому что я только что не смотрел, сколько там тюнинг стоит. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.